Несколько лет назад на подобном мероприятии заслушивали доклады о проделанной работе. Сегодня День юриста – это праздник для служителей Фемиды. В этом зале только заслуженные правоведы, работу которых сложно переоценить. Человек, который должен всегда прийти на помощь, подставить руку тому, кто нуждается в правовой поддержке, помочь человеку, попавшему в беду, и самое главное – стоять на страже святого, что должно быть в каждом государстве, и что обеспечивает нормальное человеческое и цивилизованное развитие любой страны. Это закон. Как добиться успеха в карьере, опираясь на закон, хорошо знает заместитель начальника следственного управления МВД Оренбургской области. Он уверен, квалифицированные кадры нужны всегда и везде, особенно в полиции. Эта профессия уникальна, интересна, поэтому хотелось бы, чтобы в нее шли самые лучшие люди, и чтобы были они именно сотрудниками органов внутренних дел. Особенно порадовали специалистов врученные в стенах Татарского театра заслуженные награды. Их получили и преподаватели юридических факультетов различных вузов, сотрудники силовых ведомств и частно практикующие юристы. Александра Петренко, Семен Воробьев. Новости дня.